снимаете где? Нижний Новгород. В Смоленской области как оказались? Не знаю, как объяснить. Ну, как знаете, так и объясняйте. По телефону я гадала. Кому? На что гадали? Бабушке. Или бабушке, и женщина, я не знаю, кто это. По телефону я ее не видела. Так, на что гадали? Что обещали? Снять порчу. С кого? С сына. Порчу сняли? Снимала. Понятно. Какую сумму денег обещали вам заплатить? Там про прочно сказали 28 300. Деньги вы получили? Получила. Давно порчу снимаете по объявлениям? Нет. Один раз. А с чего решили заняться таким родом деятельности? Знаю, просто в газете посмотрела. Там номер указан. Сами каким-то даром обладаете или решили подзаработать? Я обладаю. Гадаю на картах. Подозреваемая в мошенничестве была задержана сотрудниками уголовного розыска в Нижегородской области, после чего доставлена в Духовщину, где она и созналась содеянным. В настоящее время следственным подразделением отделения полиции по Духовщинскому району межмуниципального отдела МВД России Ярцевский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до 5 лет.